Всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале. И сегодня небольшой обзор моего небольшого заказа из компании Avon по каталогу апрель 2022. Заказ делать не планировала, но обратилась знакомая, ей понадобились мужские туалетные водички, и, в общем-то, заказ состоялся. Итак, этих 4 туалетные воды Individual Blue — это заказ моей знакомой, одна классический вариант, 2 туалетные воды и одна Individual Blue Sunset. Стоила каждая туалетная вода 839 рублей. По электронному каталогу никаких скидок на них совершенно нет. То есть практически полная стоимость. Далее, остальное я приобрела для себя. Я большой фанат гелей для душа от компании Avon. И вот заказала, значит, вот такую новинку — апельсиновый твист. Гель для душа с ароматом апельсина и жасмина, с натуральными экстрактами. Упаковка подходит для переработки. Здесь 500 миллилитров. Сменился дизайн упаковки. Я думаю, он по этой причине и сменился, что теперь упаковка подходит для переработки. Объемом 500 миллилитров гель для душа стоил 259 рублей. Хотя раньше можно было купить гораздо дешевле. Далее взяла вот такой сочный взрыв. Гель для душа с ароматом клементина и имбиря. С витаминным комплексом, также с натуральными экстрактами, ну и про упаковку указано. Здесь 250 миллилитров, гель для душа 250 миллилитров, стоил 139 рублей, это при покупке двух гелей. Я взяла еще вот такой тропические джунгли для мужчин 2 в 1, шампунь, гель для душа с ароматом шалфея и сандала. Здесь тоже 250 миллилитров. По этой причине каждый стоил 139 рублей. Хотя ранее гели для душа стоили и 79 рублей объемом 250 миллилитров. Ну, в общем, до 100 рублей стоили. Сейчас по скидке, если приобретаешь 2, это уже стоит 139 рублей. Также приобрела 2 вот таких мужских геля для душа. Они тоже по 500 миллилитров. Цветы пустыни для мужчин тоже 2 в 1. Шампунь, гель для душа с ароматом колючей груши, пачули. Это, в общем-то, те же гели для душа, что были и ранее. Сменился только дизайн упаковки. И также приобрела 2 вот таких жидких мыла. Мне очень нравится аромат лаванды. Лавандовое спокойствие, жидкое мыло для рук. Есть еще такая пена для ванны. Но я решила начать попробовать с жидкого мыла. Здесь 250 миллилитров с ароматом цветущей лаванды и мускуса. И это апельсиновый твист, жидкое мыло для рук с ароматом апельсина и жасмина. При покупке двух одно мыло стоило 159 рублей. Так оно выше 180. Заказ получился небольшой, но тем не менее нужный и ароматный. И сейчас посмотрим, что же за литературу вложили. Как обычно, аутлет. Здесь идет со скидками, но эти скидки, насколько я знаю, не работают. Здесь все как обычно. Далее вложили пробники. Это новинка Incandescence. Фокус к каталогу май 2022 года. Здесь как бы идет все со скидками, но будем смотреть, как это будет отображаться при заказе, потому что, как я слышала, нормальный каталог с постоянными ценами начнет действовать только с июня месяца, потому что эти каталоги все напечатаны заранее. Вот будет новиночка. Пена для ванн «Фламинговый закат». Также гели тут для душа. Мист для тела. В общем, посмотрим. Возможно, закажу, а возможно, не буду. В общем-то, есть что посмотреть. Единственное, что отличаются цены. Ну и, в общем-то, вот сам каталог. Новинка туалетной воды. 1299 рублей. Но я сомневаюсь, что она будет стоить столько по-настоящему. Потому как помада, которую я ранее покупала за 159 рублей, в каталоге стоит 459 рублей. То есть при заказе через интернет-каталог, при введении кода, выпадает именно эта сумма. То есть получается, что эта помада стоит
ровно в 3 раза дороже. Ну, в общем-то, есть что посмотреть, есть что выбрать. Только хотелось бы знать окончательные цены. Потому как я, конечно, не занимаюсь прямыми продажами, да, у меня клиентов нет, я их и не ищу. Те, кто этим занимается, клиенты отказываются от заказов. Здесь вот выгодное предложение на индивидуал блю при покупке двух. Третье будет в подарок и любой аромат 629 рублей. Но я думаю, что он столько стоить не будет однозначно. В общем-то, вот такой интересный заказ. Всем пока, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Буду очень рада. Всем мира и добра!